Всем доброе утро. Я сегодня опять в лесу, такой прекрасный утренний лес, роса, птички поют. Посмотрим, что сегодня нас ждет, поохотимся. Первая находка. Зеленая сыроежка. А бабок чернеющий, красивенький. А за ним там дальше красная сыроежка, но мы красную сыроежку не собираем, только зеленую. И вот такие вот красавчики попадаются. Это бабок чернеющий. Хороший грибочек. Такой грибочек мы возьмем. Он чистенький, молоденький. Красивый такой. Вот, хороший. Берем. Еще один молоденький бабок чернеющий. Мне прямо они так нравятся. Они такие классные, свежие, чистые. Прям с утра выскакивают. Ну, еще зеленоватую сыроежку, зеленоватую. Пяток груздей, скрипицы. Вот такого вот они цвета необычного. Пластинки частые. Тоже берем их на засол. Попадаются валуи. Я их не беру, потому что с ними слишком много возни. Обычно они такие все червивые всегда. Вот видите, какие они слизкие. Возиться не люблю. А здесь рядышком вот такой красивый грибок попался. Лютей. Львино-желтый. Давайте его сорвем, посмотрим, как он выглядит. Растет на деревяшечках всегда, на палочках. Такой красивый, необычный, без юбочки, с частыми пластинками. И я его не беру. Сорвала просто вам показать. Красивый. А вот и мой первый император сегодня. Чистый, молоденький, красивенький. Ура! Здорово, замечательный грибок. Толстоногий боровичок. Достанем, посмотрим его. Ох, классный. Смотрите, какой он. Вот это шикардос. Яркий, сочный, круглый такой, правильной формы. Обалденный. Аромат такой у него. Сразу от прикосновения синеет. Берем. Вот такие вот три императора нашел Данил. Было пять. Два испорченных, а три хороших, смотрите. Классные. Ох, сейчас этот вырвем. Вот это ножище. Синяки их называют местные. Да, огонь грибочки. Сразу на килограммчик. Класс. Данил еще нашел парочку малышей императоров. Такие маленькие, классные. Толстопузики. Прям выкручивай их. Так хрустят прикольно. Угу. Прикольные. Давай второй. Это сильный какой. Почти, ну такой. Ну можно будет обрезать, да. Рост. Сейчас обрежем их. Угу. Алина нашла красивого императора. Ой, какой красавчик. Ой, чуть пониже видно. Покажи. О, классный, чистенький, хороший. Да. Хорошая чистая нога. Ну да. Хорошая, синенькая такая. Забирай. У нас тут конкуренты уже нагоняют. А вот и первая лисичка. Две, но начало есть. Жирная, хорошая. Но начало положено. Две лисички. Прикольно. Вот она, наша местная, бледненькая, хорошенькая.
Классно. Глянь, какие кнопочки. Мы как раз вовремя, тут их полно. И кнопочки такие есть, и крупненькие. Он хорошенькая прям. Эти кнопочки будут прям красиво в баночке. И тут они, получается, семейками. По 5-6 штук. Но есть. Встретили местного, тащил уже ведро, кстати, полное. Так что сегодня, я думаю, тоже наберем. Это прям здоровая. О, цветок прям. Класс. Рыжая лисичка. Трудовая. Встречается, ну вот, по одной, по две. Ну, такие хорошенькие, рыжие, жирные. Пока нет такого, чтобы кругами. Яркая такая. Ой, тут не одна. Две. Одна и вторая. Так, одну найдешь. И вторая рядышком. И надо смотреть, она очень сильно прячется. Очень хорошо. А вот тут совсем кнопочки. Видно, что кто-то до этого срезал. И малышей нам оставил. Видно, срезы старые. Несколько дней назад еще оставлены. Кто-то, видите, рыл листву. И малыши еще подросли чуть-чуть. Такие вот прям кнопочки. А бабочек хорошенький, свеженький вылез. Заберем его тоже с собой. Еще парочка лис. Да, штучно, нет таких кругов пока. Пока только по две штуки, по одной. Красавица. Такой толстой листве. Нифига не видно. Только штучные можно заметить. Тут совсем, конечно, малыши, карандаши. Вот тут уже более-менее по кругу начинаются. Здесь тоже кнопочки. Одна, вторая, третья маленькая. Только лезут. А тут какие прям лопушки. Прям красивая такая. Как розочка. Под палочкой. 5 штук и одна семейка пропавших уже. Это уже не мокрая просто. Можно взять. Какие красивые. А это прям жирная такая, красивенькая. Алина нашла свою семейку наконец-то. Ага, красивые в зелени. Ну, собирай, собирай. Много? Одна, одна. Ну, жирная, хорошая. Да, такая. Ой, какая молоденькая парочка, красивая. Хорошенькие. Вот палочкой. Вообще сладенькие. По две, по две. Чаще не встречаются. Алина тоже нашла. Давай штучки. Класс. Класс. Вот эта дорожка. Ну, круто, круто. Я пока шла к нему, я тоже свою дорожку нашла. А у меня вот такая. Прям еще круче. Вот, вот. 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 Здесь тоже. Красавчики. И вот. Класс. Вот такой вот у меня полукружок тоже. Сколько же здесь эксидии, смотрите. Буду идти показывать вам ствол усыпанный. Сегодня я ее не беру, потому что хороших грибов предостаточно. Просто рай китайского желудка. Как же они любят ее. Мы ее тоже любим, собираем на безгрибе в салатик. Ну просто. Долго шла. Ничего не встречалось уже. Думала разворачиваться, а тут раз, и вот такая красавица, 3 в 1, 4 в 1 сросшаяся.
Только повернулась, и еще парочка торчат. Вот хорошенькие. Комары какие злые, атакуют, ужас. Иду уже такая, не снимаю, кашу. В корзинке моей прибавляется потихоньку. Леса всякая, и большая, и малая. А тут ее, ребята, она только-только начинается, вы не поверите. Вот я вроде как бы тут шла и вроде она расрезала, тут еще пооставалось. И еще, видимо, по чьим-то следам иду. И она в траве, прям в листве прячется. Умело так прям бывает. К одной подойдешь, ворох раскроешь листвы, а там еще штук 10 прячется под листвой. Не хочется, конечно, перерывать эту всю листву. Понимаю, что там могут быть, конечно, грибочки, поэтому приходится немножко рыть. Иду по чьим-то следам, потому что видно срезы. Вот таких вот много прям кнопочек по всему лесу прям. Алина нашла классный белый гриб. Чистый, покажи, да, под низом. Класс. Чистейшая ножка, да. Вот это валуй. Валуй. Мы его не берем, валуй. Да? У тебя тоже неплохо тогда в пакете. Ну, хорошо с лисичкой у тебя, да, немножко? Да. Мне тоже так, по мелочи. Еще ну, пол корзинки тоже, даже да? нет. Да, валуи мы не берем. А вот это тоже самое. И вот это, да? И это тоже. Это вы нашли там кучка срезанных лежали? Нет. Это я сам клевал. Белый гриб нашла. Вот такой вот этот, подосиновик. Ой, как он? Подберёшь? А, бабок, да. Вот такой вот. Угу. Ну что, идем дальше, исследуем места. Вот тут вот много прям молоденькое. Надо копать, внимательно смотреть. Ищем. Еще одна красоточка. Тут вообще не поодинёшеньки встречаются. Жалко. Но здесь... 4 штучки. Уже больше радует. 4 это не одна, это уже лучше. Вот 3 получается. И здесь еще рядышком 4. Сочные тут в темноте красавицы. Ой, какой в лесу запах. Мошки, комары. Но запах обалденный в лесу. Испарина идет. И лист дубовый перегнивает. И аромат от него такой, не передать просто словами. Обалденный. Прям вот идешь, грибами пахнет. Какая красиво на солнышке. Рыжеет, наливается соком. Выходим из леса. Последние грибочки собираем вот такими вот группами. Неплохо. Сегодня открыли сезон лисичек. Думаем, дальше больше будет. Так, ну это, наверное, уже крайняя полянка перед выходом из леса попалась. Такие вот бледные под листвой спрятались. Пришлось немножко разгорнуть листву. Совсем было их плохо видно. Чисто один бугорочек. А эти уже под листвой нашла. Лезут, лезут малышки. Тяжело, за всеми грибниками не поспеешь. Вот так вот. Так вроде больше нету. Никак не хочет нас лисица выпускать. Все крутимся, крутимся по одному и тому же месту. Вроде идешь, нет, нет, разворачиваешься, с другого ракурса посмотришь. А она вот она. Прячется умело. Вот так вот. Груздик перечный. Стоит на пригорочке, а рядышком я тут присела к нему, увидела лисичку. Вот еще одна кнопочка. Маленькие лезут. А вон там вот, чуть дальше, видите, как рыжеют. Вот они, красотки, лисички. Прям перед выходом. Ну давайте уже, отпускайте нас. Второй заход по лисичкам, в принципе, нас порадовал. Неплохо, за полтора часа, за два, наверное, по лесу, в лисичковом месте.
ожидали, что лисичка уже будет прям крупная, но, кстати, была и мелкая. Мы со своими императорами чуть не прозевали лису в этом году. Но этот район у нас по лисичкам самый поздний, поэтому здесь еще есть. Но, кстати, есть не только большие, но есть и малыши. То есть еще через недельку они нарастут, и можно будет еще раз наведаться. Также попадались маховики, млечники, один белый, абабки. Ну, это все по мелочи. Но грузди. В принципе, лес живой, поэтому планы на будущее есть. Сейчас придем к машине, покажем общий улов. Я думаю, больше, чем по корзинке мы сегодня взяли точно, наверное, где-то по две. В общем, вот такой вот у нас результат за сегодня. Грузди, молочай, император, сыроежки, лиса. Там тоже разносол. Тут тоже пакет с груздями и лиса. Нормально. Все, всем пока.